Мода на добро. В субботу на Немлофт прошла благотворительная барахолка. Добровольческая акция такого формата проводится в Иванове впервые. Идея проста. Все те, кто хочет пожертвовать вещи, отдает их на ярмарку. А те, кому они нужны, за небольшую сумму их приобретают. Вырученные средства идут на благотворительность. Долго раскачивались, да? Мы объявили сбор вещей и поиск партнеров, наверное, где-то месяц, если не полтора назад. И основной прям поток желающих у нас возник в последние два дня, когда уже мы физически не могли согласиться на все, что нам предлагают и несут. Даже сегодня сюда прям люди приходят с вещами. Идею в Иваново привезли из Москвы. В столице этот формат стал очень популярным. В нашем городе барахолка превратилась в настоящий праздник добра. Помимо благотворительного шопинга, гости могли увидеть выступления самых разных творческих коллективов. И все это ради одной цели. А средства мы собираем целенаправленно. Нам необходимо отправить 8 детей из ДЦП на реабилитацию в поселок Заозерное, Республика Крым. Но сейчас вот минимум нам необходимо доплатить за проживание и питание наших детей. Это почти 200 тысяч. Но, конечно, еще за лечение нам необходимо будет собирать. На каждой точке импровизированной торговли дежурят волонтеры. Найти здесь можно что угодно. От изящных босоножек и милых украшений до стильных пиджаков и необычных сувениров. Как правило, заявленная стоимость вещей совсем смешная – от 100 рублей. И большинство гостей стараются пожертвовать больше. Мне кажется, этот формат он интереснее, чем просто пожертвование, да, поскольку люди сами выбирают для себя какие-то вещи, при этом приобретая. И, ну, очень комфортно мы, вот, по крайней мере, себя чувствуем и знаем, куда пойдут эти деньги. Посетители на благотворительный шопинг стекаются с самого утра, и поток их не иссякает. Организаторы надеются, что необходимую сумму на реабилитацию больных детей с помощью этой необычной акции все же получится собрать. А вот следующую барахолку запланировали на конец года. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.